2 февраля в зале городской мэрии состоялось совещание представителей МФЦ с работниками квартальных комитетов с целью разъяснения поэтапных действий в процессе выдачи справок о составе семьи и места жительства. В самом начале своего выступления директор многофункционального центра в городе Хасавюрт Якуб Умаханов обозначил, что при составлении справок в различные социальные службы и организации допускаются ошибки, причем наблюдается рост подобных случаев. Просим вас убедительно, вот наши юристы, эксперты есть, они по каждому делу, по каждому моменту вам более лучше объяснят, чтобы людей не гонять по 5-6 раз. Очень много жалоб осталось от людей, то что и мы, наша программа не пропускает отказ дать, если другой квартал не дает человеку не со своего квартала эту справку. Поэтому проблемы с этим есть, нам нужно вместе с вами решить эту проблему и облегчить людям выдачу этих справок. Далее специалисты МФЦ подробно разъяснили председателям квартальных комитетов, каким образом осуществляется регистрация справок о составе семьи и документ, удостоверяющий факт о нетрудоспособности граждан. В своем выступлении юрист центра обратил внимание, что при оформлении справок необходимо указать полный перечень личных данных обратившегося. При этом каждая справка должна быть зарегистрирована и иметь свой порядковый номер. Которые ошибки, которые часто у нас возникают, потому что часто мы сталкиваемся с такими ошибками. Вот справка состава семьи и акты, они в основном не регистрируются. Там должен быть номер регистрации. Имеется, если там завтра утром будет запрос по этому справку, откуда же надо же выписать, что в таком-то журнале будет зарегистрирован такой-то акт, имеется в виду, вот всего этого там не делается. Вот есть момент такой еще острый возникает. Вот есть, допустим, квартальный, допустим, Магомедов. Подписи нету. Или есть подпись, а фамилии нету. Кто какой квартальный? Номер 31, номер 33. Ну, кто он? В ходе обсуждения основного вопроса инициаторы собрания подчеркнули, что главным образом необходимо наладить совместную работу для облегчения процесса получения госуслуг горожанами, сделать функцию получения справок для граждан быстрой и упрощенной. Итогом совещания стало решение подготовки единой формы справки с учетом внесенных замечаний и предложений, а также проведение в дальнейшем консультативных встреч на систематическом уровне. Вика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».